ясно. Исчезни, малявка. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Ой, это мой... Увидишь. Ну ты и... Кто? Да у тебя подругами могут быть только... Ну кто? Вурдалаки. Правильно. Поэтому ты и была лучшей из них. Я бы сам разобрался. Ага, а ты бы мне ремень дал. Они бы тебе колесо прокололи. Ничего бы я им не дал. Они бы сами взяли. Да мы, собственно... А мы в кино. Да. О, кино? А мы только что оттуда. Хорошая киношка, вот только на последнем ряду сюжет не очень уловишь. Да, Лёшка? Прости меня. У меня галлюцинации? Или ты извинилась, а? Но ведь кто-то должен быть умнее. А, ну да, галлюцинации. Жень, ну ладно тебе, ну я была не права. Женек, ну чего они дуются? Дедушка, ну ты правда концентрация. С чучелом разговариваешь? Как раз с чучелом я сейчас не разговариваю. Но оно, Жужа, этого не понимает. Урок окончен. Что нужно сказать? Правильно. Goodbye, little boy. Да вот. Боюсь бабушку проспать. Ну, это... Здесь... А вы что, друг другу прилипли? Что, чесаленького переели? Я теперь тебе тетя. Катя. Что а, ну да, выдумки? Точно. Тетя Чмотя по бабушкиной линии. Господа! Пункт бесплатной раздачи супа находится рядом с вашей ночлежкой.